Сотрудники полиции задержали в Королеве подозреваемого, укравшего два ноутбука у женщины, которая грузила вещи в автомобиль. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. За что вас задержали сотрудники полиции? Ноутбук спел. Зачем вы их взяли? Посмотреть хотел. Все равно у них не понимаю ничего. А потом продать, блин, буду. То есть вы их хотели продать? Ну. Как кража-то произошла? Просто шел с автобусной остановки. Смотрю, там на подъезде, ну, штучка такая для подъезда. Там, сумка с ноутбуком.